Привет, это фастфуд-симулятор, и мы находимся возле еды с пола. Мой первый ресторан, ну если это можно назвать рестораном, уличный стрит-рестик. Короче, вот так вот. Что мы сегодня будем делать? Давай списочек мы откроем с тобой. О, 33 градуса в 6 утра, ничего себе, вот это жарень. Список дел. Значит, нам нужно получить с тобой лицензию на продажу разливного пива. Вот что. Потом нам нужно купить кегу пива, потом стенд для разливного пива, заработать 2000 долларов. У меня, кстати, сейчас уже прилично лавандоса 1370. Но мы сейчас все это спустим на лицензию. Лицензии, значит. Эта лицензия у меня есть на неделю. Я ее купил на продажу бутылочного пива. А теперь разливное. 100 долларов в неделю стоит. Окей, покупаем. Теперь нам нужно бежать в магазин и покупать вот это вот все. Стенд для разливного пива. Стенд. Сейчас будем его искать. У меня магазинчики еще, кстати, не открылись. Надо их открыть. Я совсем про это забываю, что нужно каждый раз подбегать и открывать их. Ух, лентяи не могут кнопочку нажать. Чпиньк. Где у нас здесь стенд? Вот, наверное, вот это вот, да? Это же стенд. Стенд для разливного пива. О, отлично, покупаем. 150. А вот это что такое? Это газ. Но для чего он? Баллон CO2. Чтобы газировочку делать, что ли, или что? Значит, стенд мы купили, теперь нам нужно кегу пива, баллон CO2 и стаканы для пива. Баллон, ты мне нужен. Покупаем один баллон пока что, кегу пиву. Скорее всего, мне предстоит купить в обычном продуктовом магазинчике. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Я тебе хочу рассказать про еще одну прикольную игруху под названием Genshin Impact. Приключенческая игра с по-настоящему открытым миром, выпущенная на всех игровых платформах и даже на мобильных устройствах. Genshin Impact настолько крута, что получила награду «Лучшая мобильная игра» на TGA 2022 и сразу несколько других наград от App Store, PlayStation и Google Store. А оценка IGN — 9 баллов. В игре ты познакомишься с 7 богами разных стихий, а пока будешь разыскивать их, побываешь в 7 разных регионах, каждый из которых отличается своей культурой и архитектурой. Мир Тейвата откроет тебе множество тайных мест для исследований. Не бойся лазить по горам и забираться в недосягаемые точки мира при помощи планирования. И всем этим ты можешь заниматься вместе с друзьями, комбинируя силы стихии, чтобы сокрушать сильных монстров. Помимо этого, игра получила обновление 2.6, в котором были добавлены новый персонаж Камиста Аята и 2 новых ивента желаний. А если используешь мой промокод на экране, получишь 60 камней истока и 5 единиц опыта искателя приключений. Так что переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код на экране, чтобы скачать игру и окунуться в ее невероятный мир. Побежали туда? Скорей. Я, кстати, вот она кега, это пиво. Вот, мы ее покупаем. Инвентарь полон, да чтоб вас... А, у меня тут помидоры, огурцы, капуста... Значит, блинский, капец, как быть, что делать? А я могу выставить кегу, допустим? Нет, не могу. Ладно, пойдем. Так, вот, смотри, здесь баллон могу разместить. Ладно, поставим его пока здесь. Пускай он тусит в ларьке-марьке. Пусть помогает моему менеджеру. Моя шаурмечная. Это что тут? Это помидор лежит. Офигеть. С прошлого раза, видимо, укатился от меня колобочечек. Надо поглядывать, мало ли здесь шауха какая-нибудь сбежала от меня. Значит, хот-догошная, ты открыта. Опен. Давай торгуй. Куда поставим баллон и кегу с пивом? Вот это, конечно, огромный вопрос. Наверное, вот здесь вот сбоку. Значит, ставим вот этот... Ага, фиг, ты его тут еще и разместишь. Че, неужели его на улице надо куда-то ставить? Офигеть. А куда его воткнуть-то? Минуточку. А, вот здесь рядом надо поставить. Разворот тогда. Теперь, кстати, он ставится везде. Ну-ка, сюда наверх никак, а вот внизу... Давай, я же только что... Можно в помещении воткнуть, но что-то как-то не очень это все ставится. Ладно, давай сделаем тогда его здесь. Разливончик. Ставим. Заправляем туда кегу. Кегу мы не купили. Тогда кислородный баллон оттуда вот рядышком поставим. Дверь, правда, не будет закрываться, наверное. А, нет, двери пофиг. Кегушка моя, покупаем тебе один баллончик. Так, значит, по списку дел вроде бы все окей. А нет, стаканы для пива надо купить. А где у нас стаканы для пива? Ты видишь, они, наверное, с другой стороны. Стаканы. А где? Вот это вот под кофе подойдет? Стаканчики для кофе, а для пива тогда где? А вот, наверное, для пива. Да, точно. Ну давай возьмем 5 упаковок. Я полагаю, что это упаковки. Все. По списку дел... Эй,
Мы все здесь сделали. Теперь нам нужно просто заработать 2000. А судя по тому, что у меня в кармане осталось $930, нам нужно заработать с тобой 1070 баксов. Выставляем с тобой кегу. Готово. Теперь переходим в мой бизнес, в шаурмечную, которая закрыта, и выставляем пиво на продажу. За сколько будем продавать? За $5.5. Я думаю, нормально. Вот это пиво никто не берет, поэтому давай мы сделаем скидон на него. Пускай будет тоже 5.5. Ну, вроде бы все. Вроде бы выставил цены, можно открываться и продаваться. Соусы что-то у меня тут валяются. Чего тут все развалилось-то, а? Помидорчики тоже вон валяются. Мы открытый, мистер, заходите к нам на шаурму. Нет, не хочешь? Ну и пошел тогда ты в дупло белочье. Смотри, сколько у меня там помидор-то валяется. Это же капец, там реально может стая червей поживиться. Так отличненько. О, дама идет, по-моему, к нам прям целенаправленно. Ах ты, ладно, не беда. О, прикинь, пиво заказали. А где у меня пиво, стаканчики? Так, наверное, я стаканчики вот здесь вот размещу сейчас грамотно. Хопа. Открываем. Ставим, наливаем. Я не вижу, наливается или нет. Ты видишь? А где стоп сделать? Во! Налилось. Держите, мистер, один. Теперь два. Стаканы выставим сейчас тут просто. А сколько там стаканов? В каждой упаковке по 15 стаканов вроде. Вот тебе еще и бутылку. Нифига себе, три пива. Два стакана и одну бутылку. Ну ты мощный перец. Дама тоже хочет пивко. И она хочет два круассана. Значит, не вопрос. Держи. Опа, круассанчик. Еще один и пивко. Пиво с круассаном. Минуты гурмана, мадама. За денежки спасибо. Кстати, я выяснил, что я могу вот на колокольчик этот сам жать. Смотри. Музыкальный эксклюзивчик. Так, девочка захотела еще одну бутылку. Все, пиво кончилось. Больше пива нет. Надо закрывать это все дело. Шавуха, пиво бутылочное кончилось. Нету в продаже. И еще один круассан. Что за мода пошла? Круассан с пивом. Это как? По-моему, круассан из кофе, но с чаем на крайняк. Но не с пивом же. Смотри, какая тень стрёмная. Привидение какое-то. Это от чего, интересно? От лампы, что ли? От фонаря? Да. О, чувак идет. Шауху хочет, да, по-любому? Пиво. Никто шауху теперь не покупает. Прикинь, все пиво хотят. Ну правильно, что, жарень такая на улице. Все охладиться хотят, прохладиться. Держи. Эй, дама, ты куда пошла? Она сквозь баллон прошла, ну ты ведьма. Нифига себе, у меня тут женщина, вот эта вот странная женщина захотела круассан и шавуху. И еще одна такая же тут это. Люди клонированные, смотри, одна и та же дама. Офигеть, только в разных местах. Значит, шаухма. Окей. Значит, капусточки, пожалуйста. Туда и сюда надо. Потом в одну с морковкой. Огурцы и майонез. Заворачиваем. Закидываем. Другой капуста. Мазик и кетчуп. Блин, мазик кончился, прикинь. Вот это поворот. Все, запекаем. Кто-то пришел еще. Пиво! Ты что такой небритый? Это что у тебя, бакенбарды что ли такие? Налить и круассанчик. Круассанчик ему. Держи. Походу, надо переименовывать свою шаушму в круассанчик. Значит, вот это что у нас? Огурцы, морковь, майонез. Огурцы, морковь, майонез. Это какой, да? Это как? Это первое вот это вот, наверное. Фух, угадал. А то они одинаковые, фиг пронюхаешь. Какой конкретно? Значит, и пиво тебе еще, да? Вот я пиво тебе налил, держи. Все счастливы. Что там у нас по времени? 19:49. Скоро уже закрываться будем. Все, все магазинчики у меня закрылись. Я пошел, значит, за пончиками и за майонезом. Я, значит, бегу домой дрыхнуть уже и хочу еще посмотреть параллельно прибыль за день. У нас сегодня есть 145, это с пола док-ход. Блин, вообще маловато что-то. Придется еще один день поработать, чтобы заработать 2000. Эх, а я ложусь в свою кроватку. Минус $160 у меня съела зарплата для наших менеджеров. Я, короче, думаю сейчас взять, расставить все стаканы, заполнить их. Так, дама захотела, смотри-ка, чё. С миском ножик берем, срезаем. Надо побольше срезать. Вот. О, промахнулся, черт, мясо выкинул. Значит, капусточка тебе, помидорчики тебе, кетчупа и мазика, который я купил уже.
Вот, отлично. Два мазика. Это все заворачиваем, кидаем сюда. Дама, ты куда ушла? Кидалова. А, вот. Тут. А че? По-моему, с ней не все хорошо. У тебя все дома, а? Как? Так, это я тебе отдал. Проверяем, шелух еще не изготовил. Сейчас, минуточку. Ты стой, главное. Ты... Она похожа на... Искрика. На девочку Искрика. На, держи. Дама приехал. Все, можно разливать пиво. Ох ты, сколько пришел. Че ты тут застрял? Че ты трешься? Уходи отсюда. Не беси меня. Значит, пивандрос. Сейчас, по-быстренькому. Нужно еще шауху сделать с круассанчиком. Тебе пиво. Тебе круассан. Еще стакан надо выставить. И шаухму. Делаем. О, шаухма кончилась. Ничего себе. Блин, я уже весь стол продал. Ты посмотри. Не успеваю пиво налить, как кто-то сбегает и сразу покупает. Это просто капец. Еще два стакана у меня осталось. Вон, товарищ. Военный подошел. Держи. Жалко, конечно, что они бокалы, стеклянные бокалы, уносят с собой. Гады. Грязные хотя бы здесь оставляли, а я бы их помыл бы. Кстати, как насчет посмотреть, что у нас там по бизнесу в шаухме? Значит, сервис у нас просто 5 баллов, комфорт 2 звезды. Чтобы добрать до 5, нужно побольше столиков со стульями. Но если так случится, что у меня здесь будет огромное количество столов и стульев, то я просто тут зашьюсь. Я не успею всех обслуживать. Значит, тебе пиво, тебе пиво. Тебе 2 круассана. А тебе 2 шавухи, ничего себе ты жрать. Сейчас, минутку. Хорошо, когда 2 одинаковых шаухи надо делать. Это прям офигенно. Только вот я не понимаю, нафига пожарному, такому мощному мужику, шавуха без мяса. Вот еще одна голодная пришла. На тебе пиво. 2 шавухи, тоже без мяса. У меня шавуха пропала. Да вы что? Нифига себе. Нифига себе, сколько шавухи пропало. Все выкидывать. Черт подери. А что пропало-то? Морковь, помидоры, огурцы, все, а не того. А как мне это теперь выкидывать? Извините, пожалуйста, прямо так вот просто. О, ребята, мы закрыты, тут походу надолго. Вот это я попал, вот это я прилетел. Я запарился все это в мусорку выкидывать. На пол можно? Просто на пол? Нет, нельзя, ну ё-моё. У меня тут помидоров просто, ты посмотри, 48 единиц. Я сейчас замотаюсь, меня скоро блевать потянет от того, что я туда-сюда, головой верчу. Короче, я нашел новый метод. Просто все скидываешь под доску и все. И все проблемы решены. Еее, наконец. Ну а теперь по новой, давай все нарезать. Эх. И складывать. Теперь с огурцами. Ну и капусточка, конечно же. А что по мясу, кстати, у нас? Мясо уже тоже скоро, хана ему будет. Ну и, конечно же, надо будет сейчас морковочку с холодильника. Да... А что, у меня морковки нет? Прикинь, морковки нет. Да ладно, я что, всю морковку заюзал? Точно, я ее всю сюда выкинул. Эх, пойду я тогда за морковкой. И заодно еще и другое всякое барахло куплю. Закидываем, значит, морковочку в холодильник. А одну упаковочку мы сейчас вот сюда. Чпинь. Что это было? Глюки какие-то. Ну вот, собственно, и все. Можно не открываться. А идти спать. Какая же прибыль у нас за сегодня? Смотрим. Ух ты. Еда с пола просто рвет. У нее каждый день растет прибыль. Помнишь, она раньше по 400 долларов приносила? Теперь по 800. Даже хот-доги не сравнятся с... тем ларьком, который я первый открыл. Ну, потому что там куча столов стоит и стульев. Надо будет столько же столов и стульев поставить и в хот-догошный, и тогда дело попрет. Да, посмотри, комфорта вообще нет. Ладно, чё, давай подрыхнем в этот раз вот тут в зале. Телек посмотрим про единорожку. 2000 долларов! Мы набрали эту сумму. Теперь мы можем пройти в следующий раздел, а именно купить помещение для бургерной. Это, по-моему, последнее, кстати, да. А нет, смотри, еще купить пиццерию и стать топ-1 бизнесменом города. Самая главная цель у нас. Недвижимость, вот. О, нифига себе, бургерная, это в огромном здании будет. За косарь берем ее. Так, надо и надо. Вот какое здание, только я вот понять не могу. Какое я здание купил? Карта. Карта, где? Жалко, на карте еще не отмечается, где мои помещения. Прямо это вообще капец. Ладно, ищем бургерную. Какое здание я купил? Это хотель. Короче, рядом какая-то аптека, еще какая-то фигня на углу. Здание находится на углу. Ищем его.
Я думаю, что вот это вот похоже на него, но это не точно. Там вроде аптека была. Во, точно, это оно. Это не аптека. Это пхармасии. Фармацевтика, короче, тут написано. Ну, то же самое, что и аптека. О, какое здание прикольное. Это же прям целый... Это настоящий ресторан. Это тебе не какой-то ларек-марек. Ё-моё, вот это да. Сколько тут места. Будем открывать свой KFC или... Нет, ну KFC там хот-доги ни о чем. Макдак. Будем открывать свой Макдак, да. Или Бургер Кинг. О, ё-моё. Дожил я, наконец-то. Давай мы сперва изменим дизайн нашего здания. Мы же можем это строить. Настроить вид, вот. Значит, давай смотреть. Что мы сейчас настраиваем? Вывеску хочу. Вывеска где у нас? Бургерная, бургерная, бургерная. Вот. Вот отличная вывеска. Бургеры у нас какого цвета будут? Наверное, желтого какого-нибудь. Вот такого, да. Во! Вот этот отличный цвет. То, что надо. Значит, следующий элемент у нас отвечает за что? За пол. Пол, по-моему, отличный. Не буду его менять. Вот это у нас, это стекла. Тоже желтого такого оттенка. Сейчас мы настроим этот цвет. Стенки. Какого цвета у нас будут стенки? Надо будет немножечко поиграть. А, во, вот такого. Ну нет, надо теплый какой-нибудь оттенок. Только не зеленый. Давай, наверное, вот такой вот какой-нибудь оттенок оставим. Дальше что у нас меняется? Фасад. Фасад можно сделать черный вообще. Хотя кирпичей из-за этого не видно. Давай сделаем ярко-красным. Ну вот, собственно, и все. Настройка закончена. Давай смотреть. Ну, неплохо. Уже другой вид имеет здание. Прям офигенно. Что нам по списку там нужно купить? А по-моему, там дофига всего. Стулья, столы, конечно же, потому что это ресторан. Плиту для фритюра нужно купить. Сетку, купить булочки для бургеров, установить цены, купить столы, стулья. Нанять рабочего для шоп 2. Кстати, да. Давай-ка возьмем одного чувака в шаурмечную. Кто это будет? А вот в очках. Мне нравится вот этот типок. Все, мы его наняли. Пойдем, я передам все ему продукты. Здравствуй, здравствуй. Открываем. Кстати, блин, я совсем забыл про хот-догошную. У тебя тоже надо открыть. Open. Значит, вот это все тебе. Держи. Что-то у меня все вываливается. А что все вываливается, я не понял. Он что-то не хотел толкать себе в карман. Ничего, ты офигел, что ли? А, так это вообще, по-моему, барышня. Точно, это женщина. В очках. На лепса, которая похожа. Интересно, а как она кегу пива будет разливать? В принципе, она здесь стоит. Там у тебя товарищи стоят, ждут. Может, просто ей отдать ее, эту кегу? Ой. На тебе. Да, я реально ей кегу отдал. А баллон? Просто в нее все затолкать, что ли? И баллон тоже в нее затолкал. И вот эту штуку тоже в тебя? Нет, эту штуку я поставлю здесь. Мясо для шаурмы она просит, прикинь. Ладно, вот тебе мясо для шаурмы, пожалуйста. Есть мясо. Морковь в упаковке. В холодильнике все, огромное количество. Походу, холодильник отсюда можно будет убрать. Я его перетащу в Макдак. Теперь нужно перенести вот это вот все ей тоже. Наконец-то я освобожу карманы от овощного салата. Мне вот интересно, а порезанные овощи... Нет, порезанные овощи ей не отдать. Ну и, соответственно, мясо тоже, да? Ага. Ну ладно, чё, работа, я пошел. В принципе, все я ей оставил, даже тут пиво. Можно тебе пиво как-то? Нет, нельзя. Пойдем бомжу отнесем, а? Он вообще обрадуется. Я, кстати, могу даже пиво любому прохожему отдать. Ничего себе. Но они спасибо не скажут, лучше бомжу отдать. Привет, дружище, привет, как дела? Ты, оказывается, неплохой. Да, я неплохой человек. Здесь аншлаг, как обычно. Ну, что я тебе хочу сказать? Мы поднялись с тобой, причем очень прилично. Я даже боюсь представить, где у меня будет пиццерия. Может быть, на верхних этажах этого здания. Это будет просто бомбически. В общем, то, как я буду обустраивать бургерную, ты увидишь уже в следующей серии. А если хочешь это увидеть, то не забудь поставить лайк под видео, подписаться, если ты еще не подписан, чтобы увидеть следующие ролики, на которых мы, собственно, и встретимся. Так что увидимся там.